Чаще всего в Дагестане разводятся представители русской, лакской и кумыкской национальности. Об этом сообщает РИА Дагестан со ссылкой на пресс-службу Дагстата. По данным информагентства, всего в республике насчитывается почти 740 тысяч семей. Из них, проживающих в регионе, граждан старше 16 лет, в браке состоит более 60% населения. При этом разведенными являются 5% мужчин и женщин.